Всем привет! Сегодня покажу, как поменять фильтр салонный Renault Megane 2. У меня универсал. Ну, в принципе, они все одинаковые. Вот такой вот он фильтр. Вот артикул. Взял Miles. Стоит 350 рублей. Вот такой фильтр. Есть одна особенность, его надо правильно поставить. Там есть такая защелка. Защелкой, по-моему, вверх мы ставим. Ну, сейчас разберу, покажу. Для этого надо снять вот эту обшивку. Так, дальше снимаем вот эту. Убираем в сторону. Дальше нам надо снять бардачок. Бардачок крепится вот на такие болты Торекс, по-моему, 15 что ли, сейчас посмотрю. Вот один здесь нету, 2, 3, получается 4 болта. И так, вот эту штуку тоже снимаем, боковую, она здесь тоже не нужна. В принципе, можно ее просто отодвинуть. И вот здесь надо открутить болт. И вот этот вот. Все, начинаю откручивать. Все, болты открутил. Одна особенность. Это последний болт. Вот смотрите, все болты идут на саморез. Ну, по типу саморез. И последний болт идет обычный. То есть вон тут вот нижний идет как обычный болт. Все, бардачок можно вытащить и снять. Что, брать его? Дальше тут открывается такое пространство, и вот там находится фильтр. Вот эту заглушку тоже надо снять. Она мешает вытаскивание. И вот здесь вот есть такие две клавиши. Просто нажимаете и вытягиваете. Там вот листва, там чего только нету. Это одна из причин выхода из строя печки. Моторчика печки. Так, как бы показать так, что там есть. Так это все выглядит, ребят. Обязательно надо пропылесосить там, ну хотя бы как-то вытащить это все. Менял я его в июле перед отпуском. Вот в таком он состоянии уже. То есть, ну, за полгода. Вот так вот он. Все пропылесосил. Насколько это возможно получилось. Вот. Так, и ставим обратно. Обязательно надо его защелкнуть вот этой вот. Щелкай. Все. Фильтр установлен. Все, собираем в обратной последовательности. Еще один способ, как оттуда вытащить. Ну, хотя бы мелко на зажигание ставите и включаете печку по максимуму. Летит все, что только можно. Это надо сделать до того, как вы поставили фильтр. Все, ребят, на замену фильтра ушло где-то минут 15-20. Ключ на Торекс на 20. Ну и сам фильтр, который стоит 350 рублей. Недавно делал профилактику печки, можете посмотреть видео. Но обязательно надо чистить хотя бы фильтр. Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч и всем хорошего дня.